Всем привет! Вот идем мы с дочкой прогуляться до подружки. Хотим показать вам мастер-класс, как у нее дочка делает прически. Конечно, я все их зову на YouTube, чтобы они показали свое творчество. Они очень многим занимаются, но пока не получается. Ну вот мы пришли. Сейчас нам девчонки покажут прическу, как делает. Будем наблюдать за процессом. Объяснять не умеешь, да? Нет. Там коровка одна. Коточком. Это вот с ленточками так заплетают. Витя! Очень понятно, как они ленточки у вас проходят. Она только с одной стороны ленточка проходит. Да. Девочки плетут, конечно, сами. Никто их особо не учил. Смотрят в интернете, учатся. Результат получается, конечно, красивый очень. Там увидим. Я даже вообще не понимаю, как они проходят. Будущем она тоже будет на YouTube видео вкладывать. Будем надеяться на это. Станет парикмахером. Сейчас кого уточка бьет. Так интересно. Она всем плетет косы. Придешь, они все с красивыми косами. У всех разноцветные ленточки. У кого розовые, у кого красные.
желтые. Себе тоже заплетаешь? Иногда. Сапожник без сапог. Все заплетены, сама режь. Пока всех плетет, устала. Уже забрала? Нет, еще. Нет, еще внизу. Это ты вот одну косу, да? Сегодня так придешь в сторону. Лена у нас будущий парикмахер будет, наверное. Да, Лена? Целенаправленно занимается. Будем ходить все. Денег заработаешь на нас. Сейчас так вот это выглядит сверху. Какая причесочка получилась. Светочка, улыбнись нам, повернись, пожалуйста. Какая? Причесочка. Спасибо вам. До свидания. Девчонки, молодцы. Я думала, откажутся, но не постеснялись как-то. Дали нам добро. Сейчас мы еще немного погостим. Пойдем домой.